Из дома пропал орден погибшего на войне деда. С таким заявлением обратился в дежурную часть местный житель Сергей. Искать долго не стали. На удивление, все подозрения пали на родственника потерпевшего. Подозреваемым оказался родственник потерпевшего, нигде не работающий, злоупотребляющий спиртными напитками. На вопрос, зачем украл орден, задержанный родственник ответил, хотел покрасоваться перед пацанами. Помолчал и добавил, что все-таки перед скупщиками. За орден обещали 300 рублей. Сейчас по факту хищения расследуется уголовное дело. Ну а сам орден и орденскую книжку вернули внуку. Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям и слаженности сотрудников воинского ОВД мы возвращаем орден вашего деда, орденскую книжку. Берегите, бережнее относитесь к памяти наших предков. Боевая награда погибшего деда вернулась в семью. Наверное, теперь орден будут оберегать более тщательно. Игорь Мерчук, Владимир Родин, события в Игоничи.